Россия наш стратегический союзник, и Россия нас поддерживает. Президент России уважает государственный суверенитет Абхазии, нашу историческую судьбу, наши традиции, нашу национальную идентичность. И, на мой взгляд, это чрезвычайно важно. И пока президентом России является Владимир Путин, я думаю, что все будет у нас нормально, и мы будем получать соответствующую поддержку. И, кстати, вот давайте не забывать, что именно Владимир Путин снял блокаду экономическую. Вообще, многие забыли, 9 сентября 1999 года. Это тоже чрезвычайно важно, и не стоит об этом тоже забывать.